анонс и дата выхода первой и второй серии нового российского сериала «Горячая точка». Первая и вторая серия сериала выйдут на телеканале НТВ 27 января. Первая серия. 2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодежи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности. Вторая серия. Бандиты местного авторитета Бека устраивают аварию, в результате которой Женя попадает в больницу. Таким образом, бандиты хотят напугать Таранова. Константин устанавливает на лесопилке круглосуточную охрану. Сбежав из больницы, Женя находит Вальку, у которой наркотическая ломка, и запирает ее у себя дома. Но девушка убегает. Полиция приезжает на лесопилку с обыском, но оружие... Напомним, первая и вторая серия сериала выйдут на телеканале НТВ 27 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!